Самый необычный памятник Димитровграда продолжает разрушаться. Еще весной прошлого года на градостроительном совете было принято решение, что из-за аварийного состояния центральной скульптуры и несущих конструкций оставлять памятник в таком виде небезопасно. После чего был даже проведен ремонт. Спустя год ситуация повторяется. На этом участке, значит, мы по решению комитета ЖКХ было принято о том, чтобы обнести этот памятник забором в связи с тем, что происходит обрушение этого памятника, где впоследствии будет проводиться полная экспертиза. Затем после этой экспертизы будет установлен, кто будет подрядчик, и будет полное восстановление этого памятника. То есть полностью будет здесь реконструкция памятника.